Заседание Оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в режиме видеоконференции провел вице-губернатор Краснодарского края Николай Далуда. Кубань выбрали лучшие сборные мира. У нас строят сразу 8 тренировочных баз. Встретить спортсменов на должном уровне – задача государственная. Все мы прекрасно с вами понимаем, что игры Кубка Конфедерации – это промежуточный результат. Это промежуточный экзамен. И если на Кубок Конфедерации к нам в страну приезжали всего 8 команд, то на чемпионат мира к нам приедут 32 лучшие команды мира. Кого из фаворитов мирового футбола примет Анапа, решит жеребьевка 1 декабря. Сейчас в муниципалитете готовят спортивную инфраструктуру. Заказчик работ – Главное управление строительства Краснодарского края. У нас две площадки готовятся. Это село Витязево и Анапское. Как докладывал Вадим Иванович, подрядчики приступили к работам на этих площадках. Сейчас мы оконтролируем их, смотрим. Пока срывов по графику нет. В марте будущего года в Анапске и Витязево появятся современные стадионы. Общая стоимость работ – 260 миллионов рублей. Несмотря на то, что проект федеральный, а подрядчики подчиняются краевому управлению, исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков берет на личный контроль ход подготовки к чемпионату. Выезжаем совместно с вами. И я хочу четко понять, не было даже представителя подрядчика на селекторе, кто подрядчики, и четко, ежедневно, сколько человек вышло, что делают. И таким путем мы будем видеть, куда мы дойдем до конца сентября. А в конце сентября должна быть отрава. Здесь есть поручение, которое я записал, Юрий Егорович, а вам отдам. То есть меня интересует еще, может быть, нужно действительно изменить на какое-то время чемпионата мира и подготовки, когда они будут здесь, нужно изменить транспортное движение. Для размещения футболистов выбраны санатории «Старинная Анапа» и «Аквамарин». Вместе с командами ожидается приезд многочисленных болельщиков. Им в помощь Анапа подготовит волонтеров и разработает понятную схему движения общественного транспорта.